Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня понедельник, 5 июля. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгений Плохотин. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Едва не оказался под колесами авто, и какие выкрутасы на дорогах города устраивают велосипедисты. Новые ограничения и отмена мероприятий на пикете. Закрытие шукшинских дней на Алтае решено провести в Бийске. Крупный пожар в Наукограде. И что за заявление сегодня описали работники алтайского бройлера, расскажем в самом начале выпуска. Итак, начнем. Эксперты выясняют причину крупного пожара, который случился на бийском предприятии. Руководство компании, в свою очередь, подсчитывает причиненный ущерб. Площадь возгорания составила почти 3000 квадратных метров. О том, когда возобновится производство, пока не уточняется. Подробности далее в сюжете. На Бийской птицефабрике для многих сегодня не рабочий день. Сотрудники предприятия пришли для того, чтобы написать заявление на отпуск, пока оплачиваемый. Как долго придется отдыхать, людям не говорят. Мне вот 17 дней, у кого-то 23, у кого сколько. Крупный пожар на алтайском бройлере случился в субботу во второй половине дня. Густой и черный столб дыма был виден за десятки километров от города. Горели производственные корпуса. На одном из участков обвалилась кровля. Алтайский бройлер горит сейчас. Ой-ой-ой. Пожарная сигнализация на предприятии сработала в половине четвертого, после чего всех сотрудников эвакуировали. Диспетчером ЦППС города Бийска были направлены силы по повышенному рангу. По прибытию на место РТП-1 подтвердил повышенный ранг пожара, передал площадь пожара 2500 квадратных метров. В 16:40 была объявлена локализация. На момент локализации площадь пожара составила 2800 квадратных метров. На момент локализации работало 9 АЦ, 2 автолестницы, 58 человек личного состава. Для того, чтобы локализовать пламя, у пожарных ушло больше часа. В субботу, когда случился пожар, на заводе был день профилактики. И на территории находились порядка 200 человек. Это примерно раз в 5 меньше обычного. Сообщается, что никто из людей не пострадал. На заводе, как стало известно, велась стройка. К упаковочному пристраивали еще один цех. По предварительным данным, возгорание произошло именно там. Ущерб, нанесенный предприятию, как и причина пожара, устанавливаются. В настоящее время проводится экспертиза. Сегодня в Бийске работали руководители ряда краевых ведомств. Цель визита – совместно с собственниками и руководством алтайского бройлера организовать ликвидацию последствий пожара и оказать помощь предприятию по выходу из сложившейся ситуации. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании в правительстве Алтайского края. Сегодня же внесены изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19. Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки. Открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от общей вместимости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано текущей эпид-обстановкой в крае. В настоящее время система здравоохранения Алтайского края испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку, подчеркнул Виктор Томенко. А вот накануне оценку текущей ситуации с ковидом дала Ирина Пащенко, руководитель краевого управления Роспотребнадзора. На территории Алтайского края эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная. На территории края в течение последних 3 недель отмечается рост заболеваемости от 33 до 70% еженедельно. Мы видим снижение заболевших в городе Барнауле и распространение инфекции на территории Алтайского края. Это Тальменский район, Павловский, Первомайский, Шалаболихинский, города Новоалтайск, Рубцовск, Бийск, Славгород и Заринск.
возрастной структуре последние 3 недели наибольший удельный вес приходится на возраст 30-49 лет. 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Бийске за минувшие 3 дня. Сегодня в Бийской зоне на базе Бийского района развернули дополнительные места для заболевших. По последним данным оперативного штаба Алтайского края, в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 пациента, от ковида скончались 10 человек. По состоянию на 5 июля на лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2610 человек. Количество тяжелобольных 415, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких 158. Минздравом Алтайского края развернуто 3568 коек. Резервных осталось немного, всего 338. За минувшие сутки в Бийске выявлено 28 новых случаев и 3 в Бийском районе. А тем временем в регионе продолжается вакцинация населения. Перебоев с поставками вакцины нет. Как сегодня сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в минувшие выходные Алтайский край получил очередную партию «Спутника». Больше 40 тысяч доз вакцины, которая поступила в Алтайский край, уже распределили между медицинскими организациями. Ожидается, что на этой неделе в регион придет еще одна крупная партия «Спутника», в количестве около 38 тысяч комплектов. На сегодняшний день в Алтайском крае привили больше 266 тысяч человек. Еще порядка 100 тысяч ждут ревакцинации. Вы смотрите информационную программу «Будни». Мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Едва не оказался под колесами авто, и какие выкрутасы на дорогах города устраивают велосипедисты, буквально через минуту расскажет моя коллега Кристина Мельхова. Новые ограничения и отмена мероприятий на пикете. Закрытие Шукшинских дней на Алтае решено провести в Бийске. На производство требуется рабочий без профессии, слесарь-ремонтник, водитель, механик автотранспорта, инженер ТБ. Телефон 408475, 8962-794-99-25. Итак, мы продолжаем. Летом количество транспорта на дорогах Наукограда значительно увеличилось. К автомобилям и автобусам присоединились мотоциклисты и велосипедисты. И далеко не все владельцы двухколесного транспорта соблюдают правила дорожного движения. Далее в сюжете расскажем, какие выкрутасы на бийских дорогах устраивают велосипедисты. Слово Кристине Мелиховой. Внимательность, знание ПДД и взаимоуважение на дорогах. Только так можно избежать трагедии. Правда, многие почему-то забывают об этом. В большинстве случаев аварийные ситуации на проезжей части создают именно велосипедисты, которые хотят по-быстрому проскочить. Так, недавно в Бийске едва ли не произошло очередное ДТП. В нашем распоряжении оказалась запись с видеорегистратора. На ней отчетливо видно, как велосипедист резко решил повернуть налево, причем не убедился в безопасности своего маневра. Избежать столкновения удалось благодаря водителю, который успел среагировать и нажал на тормоз. Если вы стали очевидцами того, как велосипедист нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию на дороге, и, возможно, вы даже успели снять все происходящее на телефон, или этот момент попал в объектив вашего видеорегистратора. Можно, конечно, обратиться в ГИБДД, но, к сожалению, в такой ситуации привлечь велосипедиста к административной ответственности практически невозможно, так как двухколесный транспорт не имеет госномера. Есть и другой вариант – придать огласке этот случай, и, возможно, велосипедист увидит себя где-нибудь на просторах интернета и сделает определенные выводы. Не исключено, что задумаются и другие. Для того, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в Бийске сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические рейды. Особое внимание уделяют несовершеннолетним. Инспекторы беседуют со школьниками и раздают им листовки. По телефону за управлением на велосипеде не нужно разговаривать. Это категорически запрещено, потому что управление у нас идет
Двумя руками, знаете, да? Да. Даже, допустим, когда подъезжаете к пешеходному переходу, нужно как сделать? Нужно остановиться, слезть с велосипеда, да. Провести его, да. И потом только сесть, когда уже перешел. Перед этим еще посмотреть налево-направо, конечно, да, убедиться? Да, все верно. Только в этом году в Наукограде произошло 5 аварий с участием велосипедистов. Сотрудники госавтоинспекции привлекли к административной ответственности порядка 25 водителей велотранспорта. Также составлено больше 50 информационных писем в отношении несовершеннолетних. Особое опасение вызывает безопасность юных велосипедистов, так как они составляют определенную группу риска и нуждаются в особом внимании со стороны других участников дорожного движения. В силу несовершеннолетнего возраста они не всегда могут адекватно оценивать обстановку на дороге. Хотелось бы обратиться к водителям, пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внимательным и осторожным на дороге. Несмотря на профилактику, многие намеренно нарушают правила дорожного движения. Тем самым подвергают свою жизнь риску. А еще показывают дурной пример детям, которые в первую очередь повторяют за взрослыми. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий, Андрей Сигаев. Будни. Шукшинские дни на Алтае, назначенные на конец июля, отменяются. Об этом сегодня в ходе онлайн-пресс-конференции сообщила Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. Но не исключено, что мероприятия проведут чуть позже, осенью. Бийский мы планировали провести и проведем в самом конце сентября, я надеюсь, встречи с писателями, показы фильмов, возможно, встречи с некоторыми кинематографистами. А самое главное, в любом случае мы принимаем решение о том, чтобы закрытие фестиваля этого года провести не на пикете, а провести в городском дворце культуры города Бийска. Большой интересной программой с участием гостей. Я думаю, что для бийчан это будет хорошим подарком. Итак, провести шукшинские планируют в конце сентября, в день рождения Алтайского края. Культурные события одним днем не ограничат. Есть вероятность, что оно продлится до 2 октября. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Полицейские устроили стрельбу в Бийске. Прошел турнир среди правоохранителей. Соревнования состоялись в рамках спартакиады Главного управления Алтайского края. Огонь! Тридцать два спортсмена из разных подразделений полиции поражали мишени с пистолетом Макарова с расстояния 25 метров. Состязались правоохранители как в командном, так и в личном зачетах. Всего на огневой рубеж вышло 8 сборных. Участники продемонстрировали свои умения в стрельбе из боевого оружия и меткость. Так, на первой строчке оказалась сборная межмуниципального управления МВД России Бийская. Следом за ними команда ГИБДД. И замкнули тройку лидеров представители отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Заложить фундамент и обустроить интерьер – все это можно сделать вместе с торговой компанией «Строймир». Широкий ассортимент продукции позволит сделать выбор осознанно. К тому же «Строймир» стал еще ближе к своим покупателям. В черте города открылся новый магазин. Что нам стоит дом построить? С торговой компанией «Строймир» особых проблем возникнуть не должно. Предприятие на рынке существует уже более 20 лет и радует посетителей своим ассортиментом. Здесь представлено более 10 тысяч различных товаров. Вы сможете покрасить стены, наклеить обои, поставить сантехнику, провести электрику и даже оборудовать садовый участок. В этом году компания «Строймир» стала официальным дилером компании «Кнауф» и компании «Пеноплекс». Покупайте гипсокартон, сухие смеси, утеплитель в компании «Строймир» и можете быть уверены в 100% качестве этой продукции. На днях компания расширилась, открыла второй магазин по адресу улица Мухачева, 140. В честь этого события состоялся праздник. Мы разыграем все, достанется все всем, вот это вот все, забирайте, пожалуйста.
Бийчанам дарили подарки за участие в конкурсах. Причем призы были не только символическими. В этот день счастливчики унесли электролобзик, аккумуляторный фонарь и много всего другого. Ну а трое самых везучих выиграли сертификаты на 10 тысяч рублей. Мы недавно купили дом, сейчас сделаем ремонт, как раз сертификат потратим на стройматериалы, на отделочные. Пока одни только определялись с выбором, Евгения Берестова уже успела обменять сертификат на нужные ей товары. Мне очень нравится, что магазин перебрался в черту города, потому что на Яминскую не всегда удобно было добраться. Очень нравятся ассортименты, очень нравятся цены, хорошая система доставки, скидок. Ну, поэтому рада, что магазин будет в шаговой доступности от дома. Осенью «Строймир» планирует устроить грандиозный розыгрыш. У покупателей будет возможность стать обладателем новенького автомобиля. Так что следите за новостями на сайте строймир.су. И пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 6 июля, в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений, но он будет слабый. Атмосферное давление очень низкое, влажность воздуха утром, наоборот, будет высокой. Позже она станет комфортной. Магнитное поле Земли спокойное. И о температуре. Ночью плюс 23, плюс 25, днем снова жара плюс 31, плюс 33. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск. Мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Всего доброго, счастливо, пока, еще увидимся.